Огонь вспыхнул в девятиэтажном доме в Орехово-Зуеве. Спасатели 250-й пожарной части по тревоге прибыли на место. Горела квартира на шестом этаже. Пожарные приступили к ликвидации огня, пока другие эвакуировали жильцов верхних этажей. При проверке горящей квартиры на полу одной из комнат спасатели обнаружили двух кошек без сознания. Их вынесли на лестницу в подъезд. Одна из них быстро пришла в себя, а вторая уже почти не подавала признаков жизни. Один из спасателей снял с себя дыхательный аппарат и направил струю воздуха на мордочку питомца. Через некоторое время кошка открыла глаза и начала кашлять. Позже она пришла в себя полностью. Животных напоили водой и передали хозяеву.